День начинается суеты, третий день в Афинах. Мы опаздываем на съемки. На съемки? Залетели... На экскурсию. На экскурсию, все, окей. Так, здесь очень много реквизита, очень много техники. Супер большая коробка. Ой, и руку, пожалуйста, возьми. Так, я забираю свою куртку. Не спрашивайте, что она тут делала. Начинаем. С командой приехали на ОПАП-арену. Сейчас здесь будет небольшая экскурсия по данному стадиону. Это основной стадион футбольного клуба АЕК. Вмещает 32 тысячи человек. Кстати, в Греции очень часто меняется погода. Может пойти дождь и неожиданно потом выйти солнце буквально через полчаса. Ну как-то так. Сегодня у нас по плану запланирована экскурсия по стадиону. Далее обед в ресторане и прогулка по городу. В принципе, как-то так. Ну и вечером отдельное видео я закину в пресс-конференцию с участием Магомеда Адиева. Мы не можем найти стадион, но мы находимся в стадионе. Таншопта бар жағдай жасалған. Кейін арнайы стадион, көрініп, жеке клуб болғаннан кейін бұларда әр тиын санаулы, бұл бизнес, сондықтан клубтың фан-шоуы болу ол заңдылық. Бүкіл баладан қызға дейін, жасқа дейін, бүлдіршінге дейін барлық жағдай жасалған. Мінекей ертеңгі матчқа Қазақстан мен Грекияға дейін шығарып қойған. Бұл жеке клубтың басына үнететін тағдыры. Мысалы, біздің Қазақстанда көп командалар әкемақтан ақшалады ғой. Оларға фан-шопта қызық емес, абонементтен ештеңе қызық емес, өйткені олар 1-2 миллиард доллар өмір сүре береді. А бұл жерде ондай қолдау жоқ, сондықтан болады әр тиын санаулы, әр футболкада, әр шарфтан, әр курткадан түскен қаражат ол клубтың дамуына өз әсерін тигізеді. Билет сататын музей ашып қойған мысалы, оның барлығы жақсы маркетинговый қадам. Нам, короче, не выплатили командировочные, нам приходится кушать с деревьев. Просто так вот делаешь, шатаешь дерево, получаешь апельсин. Дегустация будет прямо здесь или как? Да, давайте. Давай. Мы делили апельсин. Еба, он капец сочный. Я уже понимаю, потому как ты его открыла. Так, подожди, блядь. Подержи коробку, брат. Я хочу попробовать. А ты с земли брала, да? Не-не, она с ветки. Капец здесь жить, да, кайф? Да. Кожура еще мягкая, кайф. О май гад. Ебать, это, это мандарин? Не знаю. Оператор, подожди, жди. Пока мы покушаем. Да. Блять, водку надо срочно. Она как лимон. Ты че, крышка нам подкинула? One hour later. Это же логично. Это же логично. Если бы он был бы вкусным, они бы не росли на деревьях уже, их бы уже все давно взорвали. А земли, думаю, они спелые, да, уже? Как думаешь? Не знаю. Че, попробуем? Земли что-то после этого не хочется. Нет, земли как раз спелые. Кстати, да, они сами падают. Попытка номер два, да? Они очень твердые. Цвет у них как у лимона. Может, это какая-то разновидность? Надо узнать. Это очень интересно, почему они кислые. Это мандарин или апельсин? Я что-то не понял. Мандарин, кажется. Это мандарин, по факту. Погнали. Не кривись. Карина, твоя очередь. Ребята оккупировали данное заведение и просто выносят оттуда джекпот. 15, последняя 30, надежда 32. На джекпот. Вот. Вот 32. Так, теперь смотрим сумму. Интересно? 100 евро. 100 евро. Ну а сейчас с вами мы идем в спортивный паб футбольного клуба АЕК. Это тот паб, куда ходят местные жители, болельщики футбольного клуба АЕК и сборной Греции.
Мы решили посетить данный паб за день до игры, все-таки, чтобы не нарваться на фанатов греческого футбола. Небольшая экскурсия по бару, друзья. Здесь у нас, получается, есть мерч-шоп прямо внутри данного заведения. Друзья, ну а прямо сейчас я для вас снимаю 4-й выпуск нашего путешествия в Афины. Ну а вы пока ставьте лайки на это видео. Не забудьте написать ваш комментарий. Огромное спасибо вам за обратную связь. С вами ваш Жардем и моя команда.